Я пока отойду. На минутку био отскочу. Тут. Боевка. Дает. Ты пас кипел на Пасху? Ну да, ты. Он бегает.
Не, ну вопрос просто. Глупые смертные. Думали, что убили нас. Сан Лейн не победили короля. Теперь наши силы едины. Лассанай был досадным недоразумением. Сила смерти позволит Воронару свершить отмещение. Да-да. Слышно? Ну, 5 хилов это не вариант стало. Thank you.
Не знаю, мне проценты показывают. Ладно, иди ты в жопу, блин, я чуть не переслал. Да ладно. Притяните верхний бариста к кратеру. Чё, с какого босса тебе говорить? Ну да, очень слабо хилит. Не, ну ладно, то захилят, но вот лича, не знаю. Да, но за Лану я уверен, тут хилить особо ничего. Да, да за хилим, и что ты волнуешься так?
Шипы кусайте, и все нормально будет. Ты в себя не веришь, по-моему. Вы, главное, утроба захиливаете. Утроба, знаешь, чуть на отхил. Да, утроба. Я все бегу. Печать, вообще печать света. Паладины по себе кулак дай. О, заебись. Да. Но сегодня вообще лут вообще нормальный. А, да.
Заебили, блядь. Сука, огнежок. Да-д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 а
Подожди, а Гнежок что-то получал? Он же получал вещь, вы чё, ребята, вот такой. Давай я катуху обратно отдам, если надо. Не, давай мне назад, кстати. Точно, бля. Спасибо, что напомнили. Ну, хотя, я так понимаю, с пугами, получается, по роуту правила рейда, может, не распространяются. Так, я отошел на 2 минуты протокол. Убил, отскочу. А кто нужен? Да фул уже. Ладно. Там просто, может, Олег зайдет. Не трать мое время. Ты можешь на нет, я буду по мане садиться. Прикольно. Ты спал так меньше по мане, чем хил. Кто будет садиться по мане, я буду заливать. Лизбанк. Тогда буду дискарить. Напиши в чат. Я на переход короткий. Ты уже почти догнал Канобу по полученному урону. Я ожидаюсь. Свет от Кирюшки выключи. Зависит. Ой, как хорошо. Да.
да. Да у нас же кот еще есть. Зачем? Ты... Смотри, Войд, ты просто... только что говоришь, утроп Таня, ну... Давай я топ-тактику расскажу. Урок и у протопала станы могут на каждую вальку быть, ты просто говоришь так первый там... Кота. Ну вот. Нет, в таком случае... Блять, Слава, ты, я не знаю, ты не догоняешь что-то. Ты сначала говоришь, что протопал станет все трусы, потом назначаешь меня на кружок, а кота на трусы. Пусть кот станет кружок, а я буду станет то, который улетать будет, или то, которого схватит. Кот не успеет набить, если будет какая-то улетать, и надо будет ее заставить, кот не успеет набить на ней. Или ты не понимаешь это? Тут еще? Войд думает. Подожди. А зачем что-то набивать котом, если можно поменять форму и ударить медведем точечным станом? Там 4 секунды стана. Знаю. Это как-то без разницы по секунду. Третий протопал станет. Ты опять все перебросил. Не знаю, я ничего не понимаю, или я не понимаю, или ты что-то неправильно объяснишь. Да, Дарель, ну ты просто объясни внятно, четко. Ты сначала сказал наоборот, а потом спрашиваешь, почему так. Скажи по новой и все. Господи. Да заебали вы ныть нахуй, ёб твою мать, какие-то, блядь, девочки нахуй, вот честно. Жесть. Просто пиздец. Сколько можно, блин? Что это за нытьё? Шанал, кто бы, блядь, говорил? А я-то тут уже при чём? Ты, блядь, главный нытик у нас здесь. А, ну да. Спасибо, Васап. Чё там? Ой, ты тут ещё? Ой. Джерин, по релиш. Лэзи Панк, я не знаю, за что меня кикнули. Да за то, что ты дурачок, Шанан, блядь, ты не понимаешь, что ли? Ну, бля, я бы так не сказал. Я могу прочесть, что он написал. Первое, что он мне написал. Меня кикнул за то, что я себе начислил двойное ЕП. Которое это было месяц назад. Потом снова спрашиваю, за что ты меня кикнул? Да, Шанан, забей. Не надо сейчас говорить. Что будем делать? Сейчас Олег зайдет за Эрелит. Окей. Так этот ушел НКН Никон.
Напишите, Шанан тоже ливает. Да вы заебали, а? Так меня Олег кикнет, Шанан, если я зайду. Кикнут, если ой, если Олег зайдет, он меня сам кикнет. Какая разница? У Олега первый раз, знаете. Так это алчат, чё, а? Какая это разница? Бля, он прицелы кикал, неоспоримого кикал, и меня кикнет следом. Но Янкена тоже он не возьмет. Ну вот, видишь. Так это ж все равно не гильдейский рейд. А его не колышет, он всех врагов кикает. Нанкен это Никон. Это по-любому Никон, Никон есть у нас такой, да? В нашей гильдии, нет? Это не тут. А, это я Никон? Сейчас Олега спрошу, но вроде это Никон. Не, это этот Скнутовский. Все правильно. Но он 100% был в адептах НКН. Тот, что у нас, это меломан. Вот, меломан не Никон. Что-то сегодня все жестко у вас там. Да, короче, вывод один. Не надо собирать рейд, если он с гильдии не собирается. Да нет, это поначалу все пошло из-за Каноба. Что-то он обиделся. Они, короче, оба собирали этот рейд. И Каноба, и Войд. И на тебе. Что, оба уже обиделись, что ли? Ну, Войд помогал, по сути, а Каноб-то начал собирать. Олег, наверное, думает, эх, все приходится делать самому. Ничего без меня не могут. Да, это он может, кстати, да, блин. Единственный раз там в неделю собралась ТЛК без меня, и то не могут там пронести нормально. Заранее за 20к. Ты мне сам ребята, когда дашь? Не знаю, с чего ты взял эту цифру вообще. Мы столько уж доходим, мне кажется, можно вообще уже без голоса ходить. Честно сказать, я даже с тобой согласен. Я тоже об этом каждый день практически задумываюсь. Ну что будем делать, алё? Сейчас, подожди, сейчас заходит чувак, который... Ждите, можете отойти там минуту на две? Но я еще наливаю. Может, Олег и не кикнет меня, фиг его знает. Вроде в беседе общаемся, пока все нормально. Если не кикнет, то засмоните меня. Утром, вот возьми Хангера пока, как РДД вместо Никона. Он плюсанул в чате там, фулбисовый хант. Возьмите антисептика и лимом. Да сейчас, Олег, он зашел.